наглядно продемонстрировал всем телезрителям, что не надо делать, чтобы не зарабатывать это за подножку. Сегодня большие люди работают. Михаил Малкин, Тимофей Лихачев. А это первое серьезное спасение в этом большинстве. Илья Сорокин без клюшки остается. Перед ним Дальбек. Дальбек не чувствует, что без клюшки вратарь. Так бы, наверное, отдал свою или вариантов возможных. Хиетанин бросок. Гол 1-0. Юсо Хиетанин. Но Хиетанин бросил. Бросил мимо, бросил сильно. Может быть, здесь и не хватило клюшки Ильи Сорокину. Тем не менее, попал просто здорово. После передачи Вадима Шипачева, самый результативный защитник КХЛ, забросил свою 11-ю шайбу в этом сезоне.